20 января, Санкт-Петербург. Видеораспаковочка будет для Владислава. Населенный пункт Глазов. Правильно вроде сказал. У нас Республика Удмуртия. Вскрываем, проверяем, меняем газлифт на маленький, на самый коротенький. Кресло Drifting 275. Мы его называем Нобель Лифт. Забыл еще подушки взять. Значит, Владислав заказал его с подушками, так как они, эти кресла идут по умолчанию без подушек. Соответственно, в комплект мы кинем новые подушечки. Вот такого плана. Подушка для головы от Нобеля и валик под спину с лямками для крепления этой подушки на спинку. И также, еще раз повторюсь, меняем газлифт на короткий, потому что по умолчанию в этом кресле идет газлифт очень высокий. Кресло минимальное положение у него 48 сантиметров в самой нижней точке. И использовать его, когда рост ниже среднего, невозможно практически. А так кресло с замененным газлифтом подходит от 1,65 м благодаря своему неглубокому сидению 45 сантиметров. И высота в самой нижней точке тоже 45 сантиметров. Ниже уже никак не опустить. Это уже можно вот там еще сантиметр взять колесиками, полтинничек поставить по диаметру. Тогда еще на сантиметр можно его опрокинуть. Ну, у нас, к сожалению, колесиков нету. Кто может там самостоятельно от старого кресла поставить. Ну, самое главное, что вот глубина сидения. Ее ничем вы не измените, кроме как подушкой. А если в течение получаса вы поймете, что подушка вообще не подходит для вашей спины, то кресло получается, если вдруг у него глубина сидения 50 сантиметров, вот как у Номада, с ростом, например, 1,70 м, очень сложно использовать, потому что спина не будет доставать плотно до спинки и под коленом всегда будет давить. Понимаем, да? Бедро у всех разное, соотношение пропорций тела, поэтому, конечно, все это имеет визуальную особенности организма своего. Ну вот есть шаблон, когда вот рост 1,70 м, грубо говоря, да, нужно покупать кресло с глубиной сидения 75 сантиметров. Ниже и короче сидушку производители не делают. Вот золотая середина — это 48, 50, 51. Вот оно, вот все 50. Кресло не имеет ни фанеры, ни пластика, ни тубгана на мультиблоке. Можно за такие деньги, например, вот, приобрести, вот, например, вот взять Aerocool, да, Crow, как там называется, фанера, пластик плюс сиденье 52 сантиметра, очень глубокое кресло для роста 1,85 м. На рынке кресел с такой глубиной сидения и тем более за 25 тысяч с мультиблоком не найти. Поэтому оно у нас есть, оно есть темненькое, и оно есть светленькое. Такое. Владислав выбрал светленькое, поэтому переходим к распаковке. Тут что-то затянулось. Насчет, Владислав, насчет доставки. Смотрите, конечно, можно оформить ее до квартиры. Ну, во-первых, это будет цена. Там, наверное, 5 тысяч дойдет. Они, потому что будут брать у вас там по норме такси. И тем более мы из Санкт-Петербурга будем заказывать, поэтому там по полной программе они назначат ценник. А во-вторых, это будет какая-то делать организация. То есть уже кресло с пункта выдачи с ДЭК до вашего подъезда, как они его повезут, кто его повезет, как они будут его грузить, как они будут относиться к этой коробке. То есть вот на самом последнем этапе происходят какие-то вот такие не очень хорошие вещи. Там где-то помнут, там где-то порвут. Есть смысл прийти в пункт выдачи, когда кресло придет, и уже самому забрать на такси эту коробку. В любой багажник она влазит, и дешевле будет, и кресло уже на последнем этапе ничего с ним не случится. Так вот, такая рекомендация. Так, светленькое. Вот мы видим мультиблок, флажок раз,
где флажок 2. Так, инструкция. О, вот флажок 2. Ткань имеет волокна натурального льна. Натуральные волокна. Кресло как шерстяное получается. Ну, стойка к истиранию. Так, нам нужна вот эта коробочка. Да, сейчас мы ее... В этой коробочке лежат у нас накладки, газлифт, который очень-очень длинный, болтики. Так вот. Значит, меняем газлифт. Вот он у нас. Также вот эти чехлы я подрезаю на 50 сантиметров. Вот эта часть уже не нужна будет. Смысла нет ее использовать. Так, ну вот газлифт. Один газлифт 2500 стоит. Вот, видишь, там 8 сантиметров минусом сразу же. Фу, кресло падает. Поэтому, Владислав, подумайте насчет доставки. Мы, конечно, можем оформить, но ценник будет там, я говорю, гигантский. И вот эти риски, они будут увеличены. Что где-то что-то помнут, порвут, ударят. Мы можем произвести оплату завтра или послезавтра будет отгрузка. Пока еще неизвестно.